Здравствуйте, уважаемые коллеги. Меня зовут Максим Пестов, и я со своим коллегой Алексеем Андрияном приглашаем вас принять участие в 5-м сезоне онлайн-лекционного курса «Психиатрия для психологов. Клинические аспекты гештальт-терапии». Добрый день. Я Алексей Андриянов, психиатр, психотерапевт. Работаю в психиатрической больнице, заведую психотерапевтическим центром. Я тренер МГИ. Максим, психиатр, психотерапевт. Несколько лет работал у меня. Потом вот вырос, понимаешь, тоже стал тренером МГИ, проживает в Москве. Но мы продолжаем этот онлайн-курс вместе. Нам нравится вместе работать. Да, мы приглашаем вас на наш курс, и мы считаем, что этот курс очень важен для всех людей, которые занимаются психотерапевтической практикой и имеют дело с пациентами с клинической патологией. В нашем курсе мы предлагаем несколько больших блоков. Первый блок – это блок теоретический. Мы записали достаточно большое количество лекций, посвященных основным вопросам психиатрической пропедевтики и клиники. Второй большой раздел – это раздел клинических разборов. Мы записали несколько диагностических интервью с пациентами, на которых разговариваем с пациентами, задаем вопросы, проводим диагностическое интервью и пытаемся понять, к какой нозологической группе относится та или иная патология. Вы, соответственно, также можете принимать участие, выстраивать свои гипотезы, проверять эти гипотезы в конце. И третий большой блок – это вебинары. На вебинарах мы проводим клинические разборы вживую. То есть мы показываем пациента, мы беседуем с ним, проводим диагностику. И вы также можете в ходе этого интервью исследовать какие-то свои контрпереносные реакции на пациентов с разной психопатологией. И также использовать полученные ранее теоретические навыки в диагностике психиатрических пациентов. Сейчас мы находимся... Сегодня последний день 8-го дальневосточного интенсива по гештальт-терапии. Мы на берегу, сзади наш баннер сообщества, перед нами бассейн, справа море. Сегодня первый день, когда нет палящего солнца, 32-34, а в общем-то сносно. И сегодня можно записывать, сегодня записано обращение. А где мы будем работать, на какой базе мы работаем? Мы работаем на базе крупной психиатрической больницы. Это самая большая больница в Дальневосточном регионе. И этой больнице более 95 лет уже. Она носит имя Иоганна Боруховича Галланта. Иоганн Борухович Галлант или там Иван Борисович Галлант, миру потом. Это парнишка, который в свое время из бедной еврейской семьи был отправлен учиться всей семьей в Цюрих. Он получил там блестящее психиатрическое образование. Он учился вместе с Манфредом Блюлером. А Манфред Блюлер – это сын Огина Блюлера. А Огин Блюлер – это тот человек, у которого принадлежит само название шизофрения. Потом Иоганн Борухович долгие годы развивался как психоаналитик. И даже работая на Дальнем Востоке, он писал психоаналитические статьи. Их было очень много, они были великолепны. Это можно изучать. Они до 30-го года писали себе статьи. Но пока понятно, после известных событий психоанализ в России был, или там, в Советском Союзе был выведен за рамки нормы. Вот. И мы, используя вот эту вот линию исторической преемственности, также пытаемся показать для вас не только особенности клиники, не только особенности медицинской модели психиатрической диагностики, но и также пробуем пробросить мостик к психотерапевтической практике. То есть мы пытаемся ответить на вопрос, каким образом гештальт-подход может помочь в работе с той или иной психиатрической патологией. То есть мы пытаемся в нашем курсе совместить классический медикаментозный взгляд на патологию и какие-то... Классический психопатологический. Психопатологический. И какие-то психотерапевтические интервенции, которыми мы можем пользоваться в работе с такими пациентами. Почему мы зовем на наш курс? Потому что, мне кажется, не часто удается посмотреть вживую на человека с психической патологией. Это очень сложно нам дается, мы каждый раз договариваемся с человеком о его согласии, обеспечиваем, меняем имя, после записи замываем лицо,
и берем только тех людей, которые согласны на такого рода. Это очень нечасто удается, но когда удается, мы очень рады, очень благодарны тем нашим клиентам, пациентам, которые согласились поучаствовать в этом курсе. И тоже важная ремарка. Все-таки этот курс, он в рамках программы МГИ, краткого обязательного курса психопатологии для студентов не психиатрического профиля, для психологов, социальных работников, педагогов. Если нас смотрят психиатры и ждут какой-то психопатологической изысканности, ну, тут ее не будет, потому что мы стараемся упрощать, насколько это возможно, для того, чтобы это было удобоваримо именно для студентов-психологов. Если вам надо более глубоко погрузиться в психопатологию, то мы предлагаем другие проекты. Для этого есть специализация по клиническим основам психиатрии или хорошее образование по клинической психологии, которое дается на базе психиатрической кафедры. Кого мы зовем на курс? Прежде всего мы зовем студентов образовательных программ общества психологов, практикующих гештальт-подход, студентов программы МГИ. Мы также зовем любых специалистов, которые работают в других психотерапевтических модальностях, работают с пациентами с клиническими диагнозами. И также мы зовем любых людей, которые интересуются вопросами психиатрии, психического здоровья, которые имеют, например, родственников с психиатрическими заболеваниями, для того, чтобы лучше сориентироваться в этой сложной теме и, возможно, снизить страх перед психиатрической патологией, которую часто делают пугающей и опасной. И что вы получите в результате курса? Я думаю, что одна из задач курса – это возможность описать состояние пациента, возможность овладеть тем языком, на котором разговаривают психиатры, для того, чтобы передавать пациента психиатрам, для того, чтобы взаимодействовать с психиатром в ходе вашей психотерапевтической работы. Это, кстати, очень важная задача. Мы наталкиваемся на то, что, столкнувшись с психической патологией, многие специалисты, многие терапевты испытывают некоторое смущение, затруднение. И вот, да, правда, цель этого курса в том, чтобы вы могли спокойно обращаться, входить в диалог с психиатром. Более того, я скажу, у нас в психотерапевтическом центре те психотерапевты, которые имеют психиатрическое образование, они, тем не менее, при столкновении с тяжелой психической патологией приглашают психиатра. Это нормально. Поэтому зовем на ваш курс. Мы думаем, что это будет полезно, интересно, местами увлекательно, я надеюсь. Местами нудно. В общем, как в жизни, в общем. И до встречи. Курс начинается в октябре 2021 года, но сейчас пока можно уже начинать регистрироваться, осваиваться в личном кабинете, смотреть какие-то предварительные видео, которые мы выложим. И с осени приступим к обучению. Всего доброго. До встречи. До встречи.